Что такое Турция? Что мы представляем, когда слышим это слово? Лазурные пляжи, отдых под пальмами, all-inclusive или выяснение, почему у нас так мало контейнеров, и мы не можем забрать все десерты с этого завтрака? Но Турция может быть совсем другой. В этом видео мы проедем от Черного до Средиземного моря, посмотрим на совсем иную Турцию. Вот же мы в аэропорту Стамбула. Пока я нашел выход из него, у меня выросло трое детей. Первым делом, конечно же, бежим спать, потому что я играл в казино всю ночь. А теперь можно и покушать. Приходим к вечеру, кушаем и кормим наших братьев меньших. Петрюга, как тебе ужин? Далее я увидел просто невероятное зрелище. Птицы кружили вокруг мечети, а подсветка придавала атмосферу. Сразу же перемещаемся с вами на Истикляль, центр европейской части. Также тут гоняет прикольный трамвайчик. Большие флаги, особенно с Турцией. Алло. Легенда. Зие шикарный Мертенс. Черная красивая. Ну это наши слоны такие. Сразу видим свои. Турции невероятная любовь к своему флагу, ну и, конечно же, Кемалю, первому президенту Турции, который смог из обычаев Османской империи сделать современную светскую страну. Слава богу, мне не вниз. Это что за анаконда, да, что такое? Арт-галерея. Коль. Это как будто то, что мне нужно сейчас. Плюс 30, вот эту курточку бы сейчас накинуть. Вообще шикарно было бы. Шикарно. Что нужно размять?
Блин, солнышко даже вышло. Тепленько припекает. Ай-яй-яй. Пам-пам. Дом. Поезд нормальные люди пьют. Говноеды такое пьют. Старая, красивая архитектура очень. Очень круто. И сохранилось же. Как ты? Нормально, хороший кирен, он борется. Колесиками хорошо обычно заедет. Тут велосипеды у нас какие-то. Мечеть. Истанбул модерн. Музей современного искусства, в который скоро забежим. А сзади просто какой-то Титаник запарковался. Пасмурно, необычно для Стамбула на самом деле. О, красота. Истанбул модерн. Вот такой свек бас. Мейбелин, Нью-Йорк. Нью-Йорк. И розовая фура это была снятия. Новая набережная в Стамбуле, он даже с груд-друг припарковался. Вот такой вот товарищ тоже тут. Коста Фортуна. Фортуна нам надо. Ну просто невероятных размеров феномены. Он шел. И не дошел. Это какой-то супер красавец и все. Коста Фортуна. Жесть. Смотрите, это моя яхта. Поменялся на мопед 50-кубовый. Чуть поближе подойду, оценим приобретение мое. Я пытался и полицейскую тоже взять, но они что-то как-то не пошли на контакт. А то хотелось тут похасанить на полицейской яхте. А что за типы, блядь, типы какие-то на моей яхте? Жесть. Они что, в комплекте шли? Это просто потрясающе. Конкретный кайф. Такой вот секси-парк строится. На проекте выглядит очень интересно. Похож на Зарядье московское. Тут в этом помещении петухов держат, они активно кричат. Центр города, такие контрасты. Филипп Рома, выходите оттуда, фото там стоит орать.
вот мы с вами и в Азии. Мы в Cotton Go. Странный тут китайцы, конечно, в этой Азии. Не понимаю немножко. Вы вот посмотрите. Ну, похожи ли они на азиатов? Не азиаты, ну вот, смотрите, китайцы. А это вот корейцы сидят. Ах, странная Азия. Ребята, на уху подайте малька. Есть малек? Есть малек? На уху, пацаны. Пожалуйста. О, как красив. Малек на базу. На тем 500 рублей. И я прыгаю вниз. За деньги, да. Я клянусь, посмотрите на эти домики. Это же Сан-Франциско. Какая Азия? Это не Азия. Это Сан-Фран. Как ты, друг? Все хорошо у тебя? Сейчас на жесткую дискотеку залетим с вами. Ну что, Европа уже очень близко. Отсюда можно и доплыть попробовать. Такие кораблики крайне советую. Они по цене как обычное метро. Это 100 рублей. Обычный общественный транспорт. Не хуже прогулочной яхты, на самом деле. Ох, что европейская жизнь. Как они тут живут. Вообще, хуже Ростова. Который надо, ну, жить вообще полнейшим. С рюкзачком вообще такой кайф, bless. Ну что, вот и добрались, да? Николаевской башни. Которая, правда, сейчас на ресторане. Какая колоритная улица. Супер красиво. Здесь такая. Здесь Нора.
Помидорчик там мой. Какая библиотека сверху. Восстановить. Главное не пнуть эти книги. Много очень файл. Так, ну это у нас тоже, если что, Турция так-то. Не Бангкок. Ну что, друзья, идем на Sonar музыкальный фестиваль. Сейчас покажу вам, что Турция может быть не только пляжным отдыхом, но еще современные фестивали. Первая сцена фестиваля Sonar. Такая инсталляция, это Converse этим занимался. Выглядит прикольно, честно говоря. Итак, сейчас разберемся с вами, что такое Sonar, а то разговариваю какими-то непонятными терминами. Вообще, изначально это испанский фестиваль, который проводится в Барселоне, но с недавних пор это еще и Турция, Стамбул, и португальский Лиссабон. Расширяются, ребята, молодцы. Итак, тут очень разная музыка, в основном, конечно, превалирует техно, но также много рэпа или каких-то национальных мотивов. Например, в этом году выступали ребята с очень классными африканскими мотивами. Сейчас вы это увидите. На испанском фестивале выступал мой UK-любимчик Skepta.
когда я кричал от изумления непристойные вещи во время фестиваля, меня так вычислил парень из Беларуси. Костян, респект тебе. Привет, если смотришь. И мы приняли решение наслаждаться искусством и бухать вместе все остальные дни фестиваля. Тем более так повезло, что мы жили совсем рядом. Следующим утром мы отрезвели и решили преисполниться. Мы поехали в Национальный музей. Но не тут-то было. Меня запретили снимать. Просто подошли и сказали еще раз и в глаз. Но я в крыску пофоткал для вас чуть-чуть. Да, автору действительно нравятся такие работы. Возможно, у меня развивается шизофрения. Теперь пришло время посмотреть на цыган. Направляемся в разноцветный, красочный район Булат. А кто Миша у нас? Слушай, блин, так это жутко вообще иногда выглядит. Я сейчас дальше. Булат. Экий бала. Пик-пик, бля. Давай. Реально, прикинь, панельки так раскрасит наш. Совсем было бы супер, ну, как бы, совсем другое восприятие. Плюс вайп сразу был бы. 10 000 раз, да? Вот такой вот. Это ваш Стамбул. Вроде вот свадебная фотография. Разноцветно. Хорошая фата. Кому сдать на вписку? Ты
До хрена народу. У меня, кстати, есть вот фотка, где вообще людей нет. Китайцы что-то снимают. Chinese mafia. Да, офигенно. Подлетел кентик. Али. Али. Мне кажется, если здесь водителя то будешь, то в любом городе будешь уже херня такая. Ну что, двигаем дальше. Тяжело тут водителям, конечно. Классно сочетание брусчатки вот этих домов. Да, обалденно. Помпезности наряд. И совсем пустая улица. Много супер уютных кофеен. Классное местное кафе. Это потемнело чуть-чуть.
точно. Как ты, друг? Красавец такой. Ванна! Дальше пришло время двигаться на футбол. Для этого мне нужно было воспользоваться паромом. Пожалуй, это самая живописная дорога на футбольный матч для меня. Чемпион Европы!
Итак, вот мы пооскорбляли фанатов Галатасарая. Время ехать на второй и лучший день фестиваля. Фестиваль Овермона, и у них были самые красивые визуализации за весь фестиваль. Это было просто потрясающе. Чуть-чуть спим и выдвигаемся. На улице rain, но на душе не pain. Очень красивый, дождливый Стамбул сегодня перед нами. Ну, какой лицо чувак сделал, блин. Напрягся как... Ультра Скайрат. Как-то такое, казахские братья здесь. Нет, когда цветочки, блин, и дождь, столько очень красиво. Да. Very nice. Но я бы здесь, наверное, не знаю, вот, жить, наверное, я бы здесь не смог, в Стамбуле. Именно в Стамбуле жить? Да. Вот именно на ПМЖ. Наверное, да. 100%. Слишком много народу. Да меня даже как-то не сам народ смущает. Ну, типа... Все-таки другая ментальность совсем. Ментальность, да. Ментальность другая. Ну, объективно, ты здесь всегда будешь... Как говорится... Белая ворона, реально. White guy. Светлый, да. Как это называется? Янки. Да, кит? Вот киты-то свои. А вы знали, что Зубастик играл за Фенербахче? Галатская басня. Это моя. Обращайтесь. По поводу аренды. Недорого можем стоить. Кофейня тут у нас. И Константин. Кофейня и Константин. Ай-яй. А вот это красиво. Мы сейчас тебе здесь прикид найдем. Да, у тебя кожанку вот. Вот, Куди хотел. Я пока не готов. Вот это блатная, просто посмотри на нее. Вот это сверху самое. Вот это? Да, вообще такая модная, потертая. Будешь этим, да. Хипстером. Рома Иванов, это для тебя, родной. У меня друг фанат Леона. Сегодня дождь.
У нас двойной объектив. Китайская мафия. Это не китайская мафия. Ха-ха-ха. Не, ну башня сильная. Очень. Папильон. Ивана Конвеси. Кофеечка. Кофеечка. Кому кофеечка? Кому фруктиков? Кому круассанчиков? Симпатично, симпатично. Шарики это тоже мои, обращайтесь, ребята. 50 рублей за шарик. Вот они слева направо. Даже Саня Чемберлен здесь. А Ататюрку вообще респект. За все клубы Стамбула болеет сразу. И вот мы прибываем в дворец османских султанов. Дольмабахча. На самом деле территория очень красивая. Стоит точно посетить, несмотря на цену билета. Но внутри сами музеи максимально пресные и малоинтересные. Ну что за блесс? Это же супер красиво. Такой заборчик. Думаю, сейчас крутить один может быть. Красивый вроде. Мне должно хватить. Мафиозники гонконгские. Гонконгчане. Гонконгчане, как вы вообще, мои роднички? Именно на этом месте упал Эден Азар. Азия. И Европа. И чайки. Вот она полетела. Ах, какая. Буве. Черемония. Пока упавший Эден Азар. Парень вот отдыхает тут, кайфует. Бамбуковый лес резко. В сарае, а.к.а. дворце по-турецки. Алло, привет. Не звони мне. Я сейчас ужинаю с видом на Босфор. Дон!
Да что вообще происходит на ваших этих истеклялях? Хрена вас так много. Ну почему? Моя новая хата, кстати. Как вам? Мой новый дом. Цистерна базилика. Жесть красиво, как моим итальянским друзьям, бабулям тоже люто нравится. Вообще мама мия конкретная. Господин Эрдоган получает минус к вайбу за то, что он снова из музея превратил Айя-Софию в мечеть. Это странная политика, на мой взгляд, когда кто-то чужие святыни захватывает, изуродует. Это очень странно выглядит. Ты заходишь туда, там просто иконы закрыты тряпками. Мой Карус приехал. И, ну, в последний вагон, может быть, как гений. Свои вещи, прыгаю на паром и мчу в аэропорт снимать для вас еще. Я надеюсь, вам очень понравилось путешествие со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, для меня это очень важно. Нас ждет еще много классных путешествий.